движение в сторону Ярославля. Автомобиль Шкода Октавия. Автоматическая коробка передач. Базовая комплектация. Небольшую информацию за пройденный путь. Ну, как, наверное, обратили внимание, от Москвы до места остановки, где менял карту, например, почти нет туалетов на трассе. Если обратили внимание, очень много водителей останавливаются на трассе. Так, по нужде. Дети, женщины. То есть этот вопрос не решен. Полотно дороги хорошее, отличное. После Переслава Залесского в сторону Ярославля несколько километров дорога была по одной полосе в каждую сторону. Это создавало определенное, создавало и создает определенное неудобство. То есть обочина широкая, и водители в виде идущего автомобиля просто съезжают на обочину, двигаются по обочине, чтобы пропустить сзади идущий автомобиль. Но движение по обочине, сами знаете, что-то голос у меня сел. Постоянно сигнализирует радар-детектор, или стоят с камеры скрытого наблюдения, или фотофиксации. Самих ДПСников очень мало на трассе. А так движение проходит в нормальных, комфортных условиях. За бортом что-то около 30, жарко. В Ярославль заезжать не планирую. Не доезжая до Ярославля, уйду вправо на Кострому. Ну а там будет видно. Расход бензина средний расход бензина за участок до первой остановки составил 4,9 литра на 100 километров. То есть двигатель достаточно экономичный. 4,9 на 100 километров. Запас хода показывает на 450 километров. Свободный объем бензобака 20 литров.
это очень удобная функция, что показывает не только запас хода, но и объем пустого бензобака, столько можно залить бензина. Не у всех автомобилей есть такая функция. Это очень удобно. А то иной раз заезжаешь на заправку, даешь деньги до полного бака. А сколько там до полного бака? 10, 15, 20, 30 литров. Так уже можно ориентироваться примерно. Градация идет через 5 литров. Движение на встречу солнца, на солнце, на лобовом стекле сильные блики. По этой причине кладу ткань для поглощения этих бликов на лобовое стекло. Впрочем, оно мешает не только видеозаписи, но и движению. Кстати, это свойственно почти всем автомобилям. Вот. Отблески затрудняют движение, то есть мешают обзору салона автомобиля. Голос совсем сел. Почему бы это? Появляется уже на трассе продажа бахчевых, вот это дыни, арбузы.
Почему он остановил их, не знаю. Радар-детектор молчит. По-моему, на этом посту ГАИ меня останавливали в прошлом году. Проверив документы, стал требовать доверенность, путевой лист, разную хренотень такую, которая давно уже не актуальна. Путевой лист, это если ты перевозишь пассажиров, а доверенность давно уже упразднена, достаточно свидетельства о регистрации транспортного средства, страхового полиса ОСАГО и водительского удостоверения, все. Нас остановил молодой инспектор. Вижу, у него на груди скрытая камера, видеорегистратор. Не то чтобы скрытая, но мини-видеокамера. Какой целью? Он обязан предупредить, что ведет съемку. Сейчас пригласил меня на пост туда. Показывает мне книгу, что у водителя должны быть, и понеслось, доверенность, путевой лист. Я спрашиваю, какого года эта инструкция, 37-го? Ну, молодой мальчишка, там, с одним лет, 25, наверное. Показывает подчеркнутой красным карандашом. Я ему говорю, что достаточно иметь страховой, ну, то, что страховой полис, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. Этого вполне достаточно. Вот он что-то начал кочевряжиться. Я говорю, если арестовываешь машину, пожалуйста, объявляй об этом, что машина задержана и дальнейшее движение недопустимо. Вот. Я сейчас связываюсь с фирмой, со службой безопасности, вот, с адвокатами компании. Все разговоры, отношения будешь иметь с ними. Ну, уже это было сказано немножко на повышенных тонах, потому что меня начинает бесить вот эта вот тупость некоторых ДПСников. Или попытка развести на деньги у него была, или я не знаю что. Чем мне нравится северный вариант через Кострому, Киров? То, что здесь движение менее интенсивное, скажем так, слабенькое движение. Нет суеты, толкучки, в отличие от пятерки, от семерки, когда двигаешься на восток. Но напрягает дорожное полотно, вот начиная от Костромы,
и до Перми. Макарьино и так далее. И то, что очень мало заправочных станций. И так вот на скидку, по-моему, километров 100 нет ни одной заправки. Километров 300, могу ошибаться немножко, но насколько помню, нет стоянок, чтобы можно было остановиться на привал, на ночевку. Вот изменить, улучшить состояние дорожного полотна, развить инфраструктуру, имею в виду кафе, заправки, стоянки, магазины, вот такое. И цены этой дороги нет. Не будет. Конечно, сюда сразу рванут большие грузы, кто не хочет платить по прибору Платон. Ну, дорогу делать так, как вот сделали в Москве на Тверской. Бесшовную, широкую. Ну, естественно, расширить, конечно, бы. Дорога-то в целом хорошая, очень хорошая, за исключением вот отдельных участков. И дорога местами, говорю, просто замечательная, отличная, и окружающая природа просто восхитительная. Она и в любое время года очень красива. И зимой, когда все в снегу, и осенью, когда все желтое там, в листьях желтых, красные, любого оттенка листья. Очень красиво. Дороги пользуюсь электронной сигаретой, как ее называют, но это не электронная сигарета, а, скажем так, электронная парилка, может по-другому как-то назвать, потому что сигарета подразумевает открытый огонь, но здесь этого нет. Температуру в салоне стараюсь поддерживать 19-20 градусов. Это очень важно для видеорегистратора. Для видеорегистратора Кенори. Это
навигатор, блин. Я установил там предельную скорость 80 километров. Вот когда превышаю скорость 80, видеорегистратор мне об этом напоминает. Да японский бог, ребята, куда вы гоните? Груз предупредил, работает камера. Не знаю, может у него вообще работает, да, он предупреждает, бибикает. Радар детектор предупреждает. Температуру в салоне поддерживаю 19-20 для нормальной работы видеорегистратора. Рукам холодно, прохладно. Да, камера работает. Увижу я ее или нет. Проехали, не заметил камеру, наверное, на перекрестке стоит. Свобода диапазон, что ли? Но это реагирует на двери на заправках, на АЗС. Блин, нос холодный. А другого выхода нет. До Костромы от Ярославля еще попадаются заправки, какие-то вот магазинчики. А далее там, по-моему, до Макарьева вообще нифига нет. Да и от Макарьева тоже. Как я сказал, уже пользуюсь электронной парилкой, электронной сигаретой. Жидкость. Ну,
основном готовлю сам. Но для эксперимента заказал на Алибабе со вкусом табака и вкус яблока. 70 дней ждал. Пришла. Или не на Алибабе, а Best. В общем, тоже китайский интернет-магазин. Из двух заказов, одна была на со вкусом яблока, жидкость 100 мл, и вторая была со вкусом табака, тоже 100 мл. С табаком пришла, со вкусом яблока нет. И то чудом получил со вкусом табака, так как продавец не указал домашний адрес, блин. Хорошо, что там этот напечатал номер телефона. Мне позвонили с почты, я подъехал, забрал. А второй емкости, я там поднял небольшой шум, вот. Второй объем так и не поступил. Почему заказал в Китае? Ну, дешевле там, все упирается в деньги. Вот. Сейчас, конечно, я готовлю жидкости для себя. Купил это в Ростовской области, по-моему, тоже в интернете, глицерин и этот гликоль, а также целую кучу разных ароматизаторов. Какая-то кондитерская фабрика выпускает все это, вот. И получается в разы дешевле, на порядок. Если, например, вот этот флакончик 100 мл, который я заказал в Китае, $7, то если делать самому, это обойдется 50 центов, наверное, не дороже. Готовится-то очень просто. Город Кострома. Город Кострома. Перестроил навигатор на Катю, на Екатеринбург. Радио Ваня. Хочу передать привет всем сидящим сейчас за столом. Город Кострома. Проезжаем по мосту через реку Волга. Через реку Волга. Небольшое затруднение. Так, три полосы в одну сторону, реверсивное движение. Включать неохота. Яндекс.Навигатор.
Понедельник. Что такое? О, ремонт дороги, блин. Кострома. Служил я в армии Костромской области. Деревня Орехово. Полотно дороги от Костромы в сторону Кирова. Сами можете наблюдать. Трясет в местах ремонта, там где были трещины, залиты битумом. Дорога на троечку. Дорога на троечку. Это по моим критериям оценки. Особо не разгонишься. Но своим темпом езды приемлемо. Троечка, троечка, пока троечка. Местами есть участки хорошие, но пока общая оценка то, что я сказал. Зимой, конечно, тут ехать гораздо комфортнее, что тряска выравнивается снегом, то есть полотно дороги более-менее ровное. Но это зимний период. Плюс ко всему грейдер, который очищает снег с дороги, он тоже выравнивает. В летний период, конечно, ехать не очень комфортно. Полотно дороги неровное.
активность движения слабенькая. Редко попадаются автомобили встречные. Еще реже обгоняют. Потрясающая природа, потрясающая, красиво. Инфраструктура очень слабенькая, очень слабенькая. Это и понятно. Интенсивность движения небольшая, низкая. Поэтому открывать какие-то дорожное кафе, мотели, магазины не очень выгодно. Все упирается, на мой взгляд, в дорожное полотно. Не знаю, что будет дальше от Кирова до Перми. По всей вероятности, завтра уже. До Кирова еще далековато, километров 450, наверное. Ну что, мы плетемся. Сломался, что ли? Скорость у больших грузов тоже низкая. Растрясти автомобиль на такой дороге просто. Пока не встретил ни одной, ни слева, ни справа, станции техпомощи. До Кирова 475 километров. Водный транспорт. Обращаем внимание пассажиров, внесены изменения.
Макаревский район. В своем видео Сургут, Москва. Я же рассказывал немножко об этом районе. В зимний период, на мой взгляд, нужно быть предельно запасливым. Я имею в виду и топливо, ну и не грех, например, взять с собой продукты питания, потому что инфраструктура желает лучшего. Можно попасть в неприятную ситуацию, если легкомысленно подойти к этому участку. Ну, наверное, не стоит говорить, насколько здесь красиво в зимний период. Ну, во-первых, и дорога не так трясет, как летом. Все-таки снег поглощает тряску. Ну и так. И природа сама просто потрясающе красивая. Потрясающе. Сейчас за мной пристроился автомобиль ДПС. Так, вот это место. Какой километр, не скажу. Нет, скажу чуть попозже. Где можно остановиться на привал. Где можно остановиться на привал. Я останавливался здесь зимой, когда ехал на восток. И когда ехал на запад. Это сейчас будет дорожный указатель. Дорожный указатель. 168 километр. Если будете двигаться на восток, 168 километр, прямо у дороги, неплохое место для привала, ночевки, отдыха. За Макарьево тоже? Нет, за Макарьево уже. Там на больших участках, на больших расстояниях ничего нет. Большая неприятность. Приказала долго жить крепление навигатора. Болтается сейчас, движется на честном слове. Так, ну, вибрация, тряска. Вот результат движения по такой дороге. Ничего, восстановим. Кстати, если смотрели видео Сургут-Москва на привале под Пермью, у меня накрылась кружка с моторчиком для перемешивания. Очень удобная вещь в дороге, кстати. Думал выбрасывать.
разобрал. Оказалось, во-первых, обмотка целая была, сразу проверил. Коротыша в обмотке не было. Причиной того, что не вращался двигатель, оказалось банально простой. Просто кофе, видать, через сальники просочилось, несколько капель попали на тугосъемщик и на статор этого двигателя. То есть с трудом пальцами вращался двигатель, руками пытался вращать, с большим трудом. Пришлось, ну, вернее, промыл хорошенько и ротор, и статор, только съемники с ротора. 2 дня полежали на подоконнике, подсохли. Все заработало, работает нормально. То есть, если будете приобретать кружку с электромоторчиком для перемешивания, то после использования не оставляйте в ней жидкость, ну и там кофе, чай, что еще. Сполоснули, перевернули вверх дном. Таким образом вы надолго сохраните ее работоспособность. Там-то перегорать нечему. Напряжение 3 вольта, а провод там, дай бог памяти, так вот на скидку, ну, наверное, 0,1 миллиметра. То есть довольно-таки толстый провод, и сгорать там нечего. Хорошая вещь. Кружка. Вот конец, концовка этой серии. Это будет 2-я серия. Значит, по этому участку дороги я ехал в темное время. Так, видео Сургут, Москва. Ничего не было видно. Во-первых, дождь. Во-вторых, асфальт черный. В-третьих, он, видать, за день нагрелся, асфальт. Дождь пошел, пошли испарения с асфальта. Я еще, по-моему, в комментариях где-то сказал, что как Беверли-Хиллз такой, туман поднимается с дороги, мистическая такое, такая мистическая обстановка. Вот. Вот сейчас мы двигаемся по этому участку в светлое время. Можно рассмотреть и дорожное полотно, ну и то, что на обочине. Через минут 15-20 буду менять карту памяти. Хочу напомнить еще в очередной раз предостеречь, отправляясь в движение на восток по северному варианту, вот от Костромы до Кирова, значит, не лишним будет иметь запас топлива или в крайнем случае в Макарьево залить полный бак. Взять с собой
продукты питания, если вы с детьми. Ну и естественно, если есть электрокружки, электростаканы, которые разогревают содержимое, то есть воду кипятят от прикуривателя, это будет не лишним. Поля по краям дороги уже начинают желтеть, то есть в август месяц скоро, по всей вероятности, начнется, как это называется, сбор урожая, такое возьмем выражение. Дорогу от полей разделяет зеленая такая полоса. То есть с дороги практически ничего не видно. Нужно смотреть картой спутника, вводить координаты и наблюдать это все. На полях уже сено собрано, скатано в такие тюки, заготовка кормов для скота на зиму. На стыках местами потряхивает, места, где ремонтировали, заливали трещины в асфальте, тоже небольшая тряска. Но, как я обратил внимание, есть участки, где убрали колейность, прошла машина специально, срезали вот эти вот колдобины, называемые шишки, движение получше, помягче. Ну, это было, по-моему, и в прошлой поездке из Сургута в Москву. Правда, на этом участке ехал в темное время. Но, как подсказывает память, было примерно так же. Также потряхивало. Так, проехали Макарьевский район, уезжали в Анчаковский район. Время около 17:16. Сколько придет? Придется ехать, сколько записи поместится на третью карту, пока сказать не берусь. В общем, светлое время, как вы можете сравнить, двигаться гораздо комфортнее, если можно сказать, веселее. То есть эффектней можно рассмотреть окружающую природу. Мне, конечно, не очень позволительно рассматривать, но краем глаза замечаю. Ночью в темное время суток и в зимнее время.
We'll be right back.
We'll be right back.